Эхнатон и удлиненные черепа древних. Так выглядит сокращенная версия моей обычной презентации в PowerPoint. Это моя книга об удлиненных черепах Перу и Боливии. Наша книга о деформации черепа. Моя книга об Эхнатоне. И моя последняя книга о побережье Паракаса в Перу, посвященная сеньору Хуану Наварро. На фотографии сеньор Хуан, в руках у которого мы видим удлиненный череп ребенка с рыжими волосами. Это типичные методы деформации черепа. Это люди, чьи черепа были подвергнуты деформации в прошлом. Тут мы видим другие примеры изменения формы человеческого черепа. И обратите внимание на тот, что слева. Он немного отличается. Таким образом, удлиненные черепа были найдены во многих местах по всему миру. И работа, касающаяся Эхнатона, исходит от этих двух экспертов. Эхнатона называли фараоном-еретиком, потому что в свое время он делал много вещей, которые считались плохими. Мы знаем, что его родословное происходит от Аменхотепа III, и он родился как Аменхотеп IV, но изменил свое имя на Эхнатон. Некоторые люди думают, что он страдал от болезни, называемой синдромом Марфана. Это символ, который он использовал для представления единого божества Атона. Его история была стерта, или ее пытались стереть, потому что, помимо всего прочего, он перенес столицу из Фив в новое место под названием Амарна, или Акататан. Вот так это место выглядит сегодня. Оно было полностью уничтожено после того, как он был убит. Все, что осталось, это эти столбы, сделанные из стекловолокна. А это Стивен Майлер, мой эксперт по Эхнатону. Эхнатон выбрал мегалитическую местность, а не девственную территорию. Нам известно это, потому что мы вошли в систему пещер, вырезанную в скальной породе, которая явно является додинастической. Здесь мы видим его детей, изображенных с вытянутыми головами. Также некоторые скульптуры его дочерей, тоже с удлиненными головами. Так ли они выглядели на самом деле? Их скелеты так и не были найдены. У Тутанхамона действительно была слегка удлиненная голова. Это саркофаг Эхнатона, который был полностью разрушен. Сейчас в Перу существует много различных форм и размеров удлиненных голов, и они встречаются вдоль этой линии, называемой Капак-Ньян. Он также известен как путь Виракоча, и мы будем исследовать его в этом направлении. В северной части Чили мы находим народ Чинчорро, и у них были удлиненные головы более 5000 лет назад. Обратите внимание на очень вытянутый вид. Затем мы поднимаемся к вулкану в Боливии, и здесь мы находим скелеты со слегка вытянутыми головами, как этот. Это пример деформации черепа. Затем мы находимся в Серро-де-Потоси. И здесь снова были найдены удлиненные черепа, возраст которых составляет около 3000 лет. А затем еще одна культура, Ванкарани, которой также около 3000 лет, с чрезвычайно вытянутыми головами. Далее мы отправимся в Тиуанаку и Пумапунку. И это очень вытянутая голова, возраст которой, вероятно, около 2000 лет. А теперь остров Солнца в озере Титикака. И снова вероятная деформация черепа. Это ребенок, и обратите внимание на значительное удлинение черепа. Теперь мы находимся в Сильюстанни, который расположен недалеко от озера Титикака. И здесь мы снова находим примеры деформации черепа. Это место ближе к высокогорью в Перу. А это Вайки. Посмотрите, череп размером с туловище выглядит аномальным. Родничок не совсем закрыт, что, возможно, указывает на то, что она умерла в возрасте 2 лет.
Но смотрите настроение зубов. Это маляры. Но у детей не может быть коренных зубов. И на том же древнем кладбище был найден и этот человек. В районе Куско мы видим удлиненные черепа, возможно, инков. Посмотрите на размер этого детского черепа, предположительно, годовалого. Теперь мы переносимся в Ульян-Тайтамбо, и в карьере Ульян-Тайтамбо мы находим несколько чрезвычайно удлиненных черепов, подобных тому, что справа. Продолжаем двигаться по пути Виракоча. Снова череп ребенка с очень вытянутой формой. А это участок под названием Вади. Снова видим другие образцы удлиненных черепов, а также примеры древней хирургии. А теперь мы в Вайтаре. И именно здесь мы впервые сталкиваемся с культурой Паракаса. Посмотрите на размер черепа по сравнению с телом. Он просто огромен. И это не может быть простой деформацией черепа. Типичные примеры культуры Паракаса представлены здесь. И у нас есть несколько из них в нашем небольшом музее Паракаса в Перу. Это местоположение Паракаса к югу от Лимы. Люди Паракаса, вероятно, были морскими людьми, потому что на побережье Перу присутствует тростник Тоторо, а эти раковины колючих устриц встречаются на Эквадоре. Это знаменитый геоглиф канделябра. А вот, скорее всего, естественный удлиненный череп народа Паракаса. С другой стороны, это может быть результатом связывания головы. Это определенный пример связывания головы. Что мы имеем здесь? Посмотрите на сложность формы этого черепа. Давайте сравним его с нормальным человеческим черепом. У нас в черепе есть эти линии швов, как у любого Homo sapiens. Но у народа Паракаса отсутствует один из швов, что с медицинской точки зрения предположительно невозможно. У нас есть отверстия в черепе, называемые родничками. У удлиненных черепов также есть отверстие в задней части черепа. Здесь, куда указывает стрелка, ваши мышцы прикрепляются к шее. У представителей Паракаса эти места намного больше. Это отверстие, которое называется большим затылочным отверстием, находится в центре черепа, но у представителей Паракаса оно находится значительно дальше. Здесь мы видим разницу между нормальным черепом справа и черепом народа Паракаса слева. Обратите внимание на форму большого затылочного отверстия нормального черепа по сравнению с представителем Паракаса. Отличия также наблюдаются и в группах крови. Представители Паракаса отличаются от обычных коренных американцев побережья Перу. Они были авторами большей части геоглифов системы Наска, включая астронавта. Эти находятся в районе Пальпа, в Перу, где насчитывается более 1000 геоглифов. У народа Паракаса также был церемониальный город под названием Кауачи, где мы находим эти так называемые трофейные черепа. А это своеобразное чучело удлиненного черепа эпохи Паракаса. И это типичный пример черепа народа Паракаса с натуральными темно-рыжими волосами. Обратите внимание на размер детского черепа справа в сравнении с обычным черепом ребенка слева. Их бога звали Кхан, который изображался с рыжими волосами. И мы видим множество примеров черепов того периода времени с рыжими волосами, что довольно интригующе и не является результатом обесцвечивания. В некоторых случаях нам встречались и светлые волосы. Таким образом, все коренные американцы в целом должны принадлежать к гаплогруппам А, Б, С и Д. Но после тестирования этого ребенка народа Паракаса выяснилось, что он не принадлежит ни к одной из этих галогрупп. На самом деле, одного из них можно отнести к группе U2E1, а другого к T2. И в этом случае это H1, который относится к евразийской ДНК. Также был протестирован тот череп, что слева. И это была группа H2A, которая, по-видимому, происходит из Черного и Каспийского моря. Это результаты основного анализа ДНК, который был проведен,
и только два из 18 черепов показали, что они являются коренными американцами с точки зрения их генетики. Но в окрестностях Черного моря мы также находим черепа, которые удивительно похожи на представителей паракоса побережья Перу. Самые большие удлиненные черепа в мире найдены на территории паракоса, а также в районе Черного моря и Крыма. Такие, например, как этот ребенок. Так возможно ли, что они приплыли из Черного моря и каким-то образом попали на побережье Перу? Именно этот вопрос мы сейчас и изучаем. Это другие примеры аномальных черепов и скелетов, найденных в районе Перу и Боливии. А это огромный новорожденный из паракоса с удлиненным черепом и рыжими волосами. А это мужчина, который в настоящее время живет в Испании. И это так называемые мумии, мумии Наска, которые, как было доказано, полностью поддельные. Как это ни прискорбно, но это правда. Это просто разные кости и части тела, добавленные от разных людей, а в некоторых случаях от людей и животных. И я хотел бы поблагодарить Марсию Кеймур, которая в каком-то смысле вернула к жизни древний народ Паракоса. Вот ее реконструкция того, что называется светло-коричневым черепом. Она прекрасный художник, и она сделала всю эту работу для нас бесплатно. Итак, это первые наброски древнего народа, который жил 2-3 тысячи лет назад и исчез, когда так называемые люди Наска прибыли на побережье Перу.